Приветствую вас, дорогие друзья, гости канала, инвесторы, просто случайные люди, которые зашли на мой канал посмотреть новости о недвижимости, а также те люди, кто зарабатывал на недвижимости в Сочи до тех пор, пока это не стало мейнстримом. С вами Павел Морозов, Сочи. В этом видео 4 классных предложения на том, на ту тему, где всегда можно заработать. То есть я вам расскажу о тех вариантах, которые сейчас, на данный момент актуальны, которые стоит приобретать в первую очередь инвесторам, а также всем тем, кто хочет сэкономить или как-то снизить стоимость при приобретении для себя. Как вы видите, в последнее время не так часто выхожу в эфир, потому что просто банально огромная загрузка. И кроме всего этого, не так много горячих классных предложений. Вы прекрасно видите сами, наверное, из сообщений других блогеров, что происходит на рынке недвижимости города Сочи, как его лихорадит, как мало стало действительно по-настоящему стоящих предложений, поэтому такие предложения действительно на вес золота. Итак, смотрим. Я специально выписал себе на листочек, чтобы ничего не забыть. Поверьте, здесь будет очень интересно, поэтому досмотрите до конца, и вы сможете себе выбрать что-то, например, из этого, или напишите мне, и я сориентирую вас на какой-то другой объект, если вдруг вам по тем или иным причинам эти варианты не подойдут. Итак, значит, ситуация следующая. В Crossloft парке у нас было 18 броней, и 3 клиента отказались от приобретения по тем или иным причинам, ну, по своим финансовым соображениям, назовем так это. Вот бывает, у кого-то не продалась квартира, кто-то покупал 3 квартиры, купил в итоге 2 и так далее. Итак, значит, почему я говорю о том, что это выгодно? Потому что сейчас эти квартиры на 200-300 тысяч рублей дешевле, чем аналогичные квартиры в шахматке у застройщика. Вот, поэтому рассматривайте те, кто хотел сэкономить или, может быть, кому не хватило вариантов, вы имеете этот шанс приобрести эту недвижимость. Итак, значит, Crossloft Park, 6-й корпус, 22-я квартира, цена 2 миллиона 720 тысяч рублей. Crossloft Park, 6-й корпус, 20-я квартира, 2 миллиона 696 тысяч рублей. Кстати, вот эта 20-я квартира очень классная. Почему? Потому что она прям над нашей. То есть мы с Антоном приобрели там квартиру 12-я, а вот 20-я над нами. С большим балконом, с двумя окнами, вот такая вот квартира. Вот. Все квартиры в Crossloft Park на выходе в конце года, в начале следующего будут стоить порядка 4-4 с копейками. То есть 4 миллиона, 4 там 200 минимум. Далее, Crossloft Park, 6-й корпус, 2-я квартира, 2 миллиона 745 тысяч рублей. Это классная угловая квартира, получается, с хорошим видом, с придомовой территорией, с террасой. Далее, это что касается 6-го корпуса. Срок входа где-то 10-12 месяцев, вот так прям говорю, реальный срок по максимуму, да. У кого есть желание в течение года подзаработать примерно 30%, вкладывайтесь. А также есть очень классное предложение в Crossloft парке. В 3-м корпусе, это уже построенный корпус под фасадом, смотрит он на лес. Вы прекрасно помните эти корпуса, это первая очередь, вот как заходите на комплекс с левой стороны. Это предпоследний дом с левой стороны, смотрит квартира на лес. И это уже фактически дом с документами на индивидуальный жилой дом. Сейчас будет происходить процедура раздела, и выйти из этой инвестиции вы сможете гораздо быстрее, нежели вы сможете выйти из 6-го корпуса, потому что он еще не построен, он только-только строится. Так вот, здесь есть квартира по цене 2 800. Какая квартира, пишите, звоните, просто скажу, что это классная квартира с видом на лес, с балкончиком, все как вы любите и как любят наши клиенты. Цена 2 800, чуть дороже, там на 50-100 тысяч, но выход гораздо быстрее, выход уже летом, этим летом, потому что документы будут вот-вот на эти дома, с разделом на жилые помещения. И еще одно предложение, ребят, это ЖК Гастелло, там есть одна квартира площадью 34,2 квадратных метра, с балкончиком, с классным видом. И по цене на всего 5 200 000 рублей. Реальная рыночная стоимость этой недвижимости сейчас составляет где-то 6 400 6 500, но человеку нужны срочно деньги, и там только наличные, никаких ипотек, ну, собственно, и в первом варианте тоже. Поэтому пишите, звоните, у кого 5 миллионов на руках сейчас есть, мы провернем эту схему, как мы делаем и делали с моими многими клиентами, которым я помогал зарабатывать на таких горячих предложениях хорошие деньги. Вот сейчас мы делаем это с Володей Никоновым, сейчас мы делаем это с Дмитрием из Тольятти, и все это вы можете делать так же,
Потому что это ничего здесь удивительного нет, это абсолютно нормальная рабочая схема. Мы покупаем ее и сразу же выставляем по цене 6400-6500, только в ипотеку. Вот. И находим покупателя, потому что сейчас предложений на рынке по такой цене в принципе нет. По такой цене 30 метров продается, там даже меньше. 30 метров сейчас продается 5500-5600. Вот такие цены сейчас, да, ребята, вот такие цены. Это все вот буквально в течение месяца происходило, поэтому реагируйте, пожалуйста, быстро. По поводу Crossloft Park, по уникальности комплекса, я думаю, вы прекрасно понимаете, в чем заключается его крутое, особенное положение на рынке недвижимости города Сочи, потому что аналогов, в принципе, этому комплексу нет. Вы можете посмотреть десятки роликов на YouTube о том, ролики, которые рассказывают о том, в чем основные преимущества Crossloft Park, но я от себя вам скажу, вот, резюмирую, да, ребят, даже близко нет комплексов, которые похожи на Crossloft Park. В принципе, они отсутствуют. Именно поэтому легко будет купить, продать, заработать, перепродать потом. Это будет вообще без проблем. Еще одна новость, ребят, что эту информацию получат абсолютно все мои клиенты в качестве рассылки. Но кроме этого, это, конечно, хорошая новость, но кроме этого, хорошая новость, потому что вы сможете прореагировать максимально быстро все те, кто ждали это предложение от меня. Пожалуйста, реагируйте, пишите, звоните, мы организуемся. Можно рассчитываться дистанционно, проблем никаких нет. Но самое главное, ребят, что кроме вас это предложение увидит также и риэлтор, поэтому реагируйте, пожалуйста, максимально быстро, иначе ну, реально эти квартиры просто уйдут гораздо быстрее, но не вам и не нам, а просто другим клиентам, которые также посмотрят мои ролики, и другие риэлторы с другими клиентами прореагируют быстрее. С вами был Павел Морозов из Сочи, на связи. Пишите, звоните, буду рад вам помочь в приобретении недвижимости. Всем пока!